Твардовский рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысячи лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади, вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился. Столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я проведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же? Где? А дайте я поеду. На танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка. Мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот. Душила гарь и копоть. А дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себя простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.